Так, ну, здравствуйте, продолжаем наш репортаж с пустых холмов. Очередное утро на пустых холмах. Народ медленно просыпается, некоторые еще не засыпали. Вот у нас два товарища тренируются, рукопашный бой. Мы, собственно, наслаждаемся природой, всеми теми прелестями, которые она в жизни обычного человека. Ну, это хорошо. А мне все. Что все там? Я хочу помыться. А. Вот. Потом уже узнает, что все, что можно сказать. Ну, ладно, продолжим. Вот тут мы к ним приезжали. Не будет. Компромат. Ну да, да. Нет, у меня компромат был, пока я был полностью на сыпле. Вот это вообще жесть. У меня все лицо это было. Компромат на тебя был, когда ты тут лежал, да, 10 часов я провалялся. Лежал. Вот это полный компромат. Русской деревянной. Продолжаем наш репортаж с пустых холмов. Вот я пришел в лагерь к девушке Сане. Тут два таких хорошеньких молодых человека оказались. Вот мы только что были на концерте. Дрын-дын-дын-дрын-дын-дын. Потом до этого купались. Бултых-бултых. Теперь вот отдыхаем. Ну а вот я, здравствуйте. Ну, продолжим наш репортаж немножко позже. Субтитры создавал DimaTorzok.
Здравствуйте. Продолжаем репортаж с пустых холмов. Сегодня последний день холмов. Я сегодня уезжаю домой, и не только я, тут многие уезжают. Будем надеяться, что в следующем году холмы вновь состоятся. Куда же они денутся? Ну, мало ли что может случиться. Уберите камеру! У нас религиозные, серьезные разговоры. Так кто-то же вроде вчера говорил о религии, чтобы не говорили. Вот, поэтому не надо снимать. Вот. Я вам... Ну ладно, до встречи на следующих холмах.